Недельная глава Бехар и Бехукотай. Последние две главы книги Ваикра. И говорил Бог, обращаясь к Моше на горе Синай: «Скажи сыновьям Израиля, что когда вы придете в страну, которую я даю вам, должна она покоиться в субботу. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезай виноградник твой, а в 7-й год суббота покоя будет для земли». И как же это мы можем понять? Во-первых, суббота для человека. Человек соблюдает субботу, 6 дней работы, и суббота. И Творец дает нам заповедь 6 лет обрабатывать землю, растить деревья, пшеницу, оливковые деревья. А потом в 6-й год суббота покоя для земли. И это заповедь только в земле Израиля. Заповедь Шмиты. Каждый 7-й год запрещено еврею обрабатывать землю, продавать плоды. Он может взять в дом на три трапезы, чтобы поесть, но пользоваться ею как хозяин он не имеет права. Шмита. Отказ от собственности. Человек растил это дерево, он сажал саженцы, поливал, обрабатывал. А сейчас любой человек может прийти на его участок, срывать плоды, есть так же, как он сам. И поэтому те, кто соблюдает 7-й год Шмиту, они называются гибурей кох, могучие. И для чего же Творец дает такую заповедь? И больше того, если спросишь ты, а что мы будем есть в 7-й и 8-й год? Обещает Творец, что Он даст благословение, и в 6-й год земля произведет урожай на 3 года. Для чего? Чтобы ты знал, что ты не хозяин земли, а ты только пришелец. Тебе дал ее Творец в пользование. Но есть еще одна заповедь. В 7-й год нужно отпускать раба. Не рабы рабов, сыновья Израиля, а мои рабы. И это тоже, чтобы ты знал, что только он хозяин. Больше того, объясняет Творец, что если человек будет продавать плоды 7-го года, он обеднеет, он продаст свое поле, он продаст свой дом, окажется рабом у евреев, а дойдет до того, что он будет рабом у неевреев. Почему такое тяжелое наказание? С другой стороны, говорят наши мудрецы, что если человек не исполняет Шмиту 7-й год, весь еврейский народ отправится в изгнание. И с одной стороны, в Талмуде сказано, за 3 страшных преступления был разрушен 1-й храм. Идолопоклонство, разврат и убийство. Но в другом месте мудрецы говорят за нарушение Шмиты 7-го года. И объясняют комментаторы, так как ты думаешь, что ты хозяин земли, ты имеешь право продавать плоды, тебе показывают, кто настоящий хозяин. И разрушается храм, и весь еврейский народ отправляется в изгнание, потому что ты не выучил этот урок. Земля принадлежит Творцу и все ее наполняющее. И больше того, с горы Синай мы получаем также заповедь о Йовеле, о 50-м годе. Подождите. Но ведь 49-й – это Шмита, а 50-й – Йовель. И также запрещено обрабатывать землю, продавать плоды 2 года подряд. И особенная вещь есть в этот 50-й год. В Йом-Кипур Санедрин трубят шофар, и за ним трубят все евреи. И все рабы возвращаются на свободу. Все земли проданы –
они возвращаются к своим хозяинам. Что это? Ведь если бы хотя бы один раз у нас не хватило продуктов в 7-й год, кто бы соблюдал эти законы? Это обещает Творец, настоящий хозяин земли. Чтобы ты понял, не ты хозяин земли, не ты хозяин раба, а ты и твоя земля, и все, что сотворено, принадлежат Творцу. И я хочу рассказать вам одну историю, притчу. Два еврея жили долгие годы один рядом с другим. И вдруг один пришел к раввину и потребовал раввинский суд. Что такое? Этот передвинул границу. Теперь мое дерево находится у него, моя лужайка у него. А тот сказал, это я получил от своих предков. И тогда раввин сказал, покажите мне это место, эту землю. И что они видят? Раввин ложится на землю, пожилой раввин. Они говорят ему, вам стало плохо с сердцем? Он говорит, нет, нет, подождите. А потом он встал, отряхнулся и говорит им, Хаим, ты говоришь, что эта земля принадлежит тебе. Шимон, ты говоришь, что эта земля принадлежит тебе. Я хотел услышать, что сказала земля. А она говорит, что и ты, Хаим, и ты, Шимон, принадлежите ей. Это закон Шмиты и Йовеля. Возвращение земли к ее хозяину. Это суббота для святой земли. И это наше возвращение на эту землю. И она расцветает. И это один из признаков приближения окончательного избавления.